опять врубили свою серию. Ну, глупые копы. Думают, что смогут поймать неуловимую Харли Квинн. Вот ты и попалась, Харли Квинн. Только не ты. Пошли. Да кто ты такая? Отвали. Вандер Вумен, неужели ты ее поймала? Естественно, еще и деньги забрала. И что же мне с тобой делать, Харли? Да что хотите, хоть наручники, хоть в тюрьму, я все равно сбегу. А может, отправить ее на исправительные работы? Вдруг нормальной станет. Отличная идея, Вандер Вумен. Устроить ее на нормальную работу, чтобы она больше не воровала. Ты этим и займешься. Ну, я не совсем это имела в виду. Только ты сможешь с ней справиться. Так что перевоспитание Харли теперь твоя забота. Удачи. Ага, удачи. Да, но я же сказала вчера, что делать. Вы чем там слушаете? О, началось. Доброе утро. Лучше наушники надену. Ну, так спроси у Элис. Боже, да какие же вы тупые. Мне что ли за вас всю работу делать? Эндо! Мам, что такое? Смотри, что ты натворила! Ой, прости, пожалуйста. Прости? Как я на работу поеду? Так ты кроме своей работы ничего больше не замечаешь. Если б не этот сок, ты вообще на меня не обратила внимания. Ники, не съезжай с темы. Ты мой любимый костюм испортила. Тебя только это волнует? Ты вообще знаешь, как я живу? Тебе на меня пофиг. Ники, я зарабатываю деньги. Алло, занята я. Если тебе так мало внимания, то я найму для тебя няню. А мне надо работать. Я буду через час. Хоть час вы без меня продержитесь? Ну класс, опять ушла. Прям мать года. И куда мы идем? Устраивать тебя на нормальную работу для нормальных людей. Будешь работать няней. Я? Няней? Ты уверена, что устраивать няней меня – это хорошая идея? Поэтому я иду с тобой. Ой, Драйк, извини. Да ничего страшного. Сам виноват, не смотрю, куда иду. Кстати, хорошо выглядишь? Спасибо. Ладно, увидимся в школе. Пока. Пока. Офигеть! Драйк заговорил со мной! Я в шоке! Ой, простите. Смотри, куда прешь, мелочь! Харли! Нельзя так с детьми! А как еще воспитывать, чтобы понимали? Словами, а не вот этим! Все, идем! Не хватало еще опоздать в первый рабочий день! Так закажи, я уже еду! Мы точно туда пришли! Ну, адрес тот. Мисс Дина, секундочку. Слушаю, вы кто? Мы няни. Какие няни? Ну как же, вы подавали объявление, что вам нужна няня для дочки. А, точно. А чё вас две? Я только за одну платить буду. Это акция. Две няни по цене одной. Ясно. Ну, разбирайтесь тут, а я пошла. Выезжаю я, подожди. Простите, а где, собственно, ребенок? В комнате, или на кухне, или в школе, или гуляет. Не знаю, короче, найдете. Да слышу, я слышу, не смей на меня орать. Да, даже у меня маман была лучше этой. Ребенок, ау, ты где? Нет никого. А комнатка ничего такая, не то что мой гараж. Опа! Вкусняшка! Харли! Блин, сейчас наорет, что еду детскую ем. Или еще хуже, попросит поделиться. Ты что тут делаешь? Ребенка ищу. Видимо, ребенок все-таки не дома. Держи, я тут вкусняшку нашла. Спасибо.
О, предлагаю приготовить обед и встретить ребенка с вкусной едой. Приготовить? Я еду никогда не готовила, а только воровала. Вот и научишься. Блин, так ты еще один сама хотела съесть и не поделиться? Ну а что ты хотела? Это же я! Как вы меня нашли? Вы хотите меня побить? Это мелкая есть тут ребенок, которого мы ждем? Тише, успокойся, никто не будет тебя бить. Говори за себя. Карли, блин, мы твои няни. Нас наняла твоя мама. Да какие вы няни? Вы сумасшедшие в странных костюмах. Не подходите ко мне. Стой. Вот неугомонная. Ну где же мой телефон? Ура. Ребенок, подожди! Ни шагу больше, а то я в полицию позвоню! Ники, сколько раз я просила тебя не отвлекать меня во время работы? Ну, мам, тут две какие-то чокнутые говорят, что они мои няни! Здрасте! Все правильно они говорят. Ты ж хотела няню, вот теперь их две. Мне надо работать, пока. Офигеть, меня мама оставила с чокнутыми в костюмах! Ну почему сразу с чокнутыми? Мы очень добрые, мы обязательно подружимся, вот увидишь. Ну кто добрый, а кто нет. И нефиг меня своими тряпками кидаться. Аккуратней. Это не тряпки, а мой костюм черлидерши. Так ты черлидерша? Я тоже в школе ею была. О, нашли общую тему. А ты давно уже в команде? Не твое дело, у меня с этим все плохо. Так расскажи, может мы поможем. Не-не-не-не, сама помогай. Я в этом не участвую. Спасибо, мне помощь не нужна. И чё это? Я свою биту на эту железяку менять не буду. А хотя... Сковородкой не бьют людей, а готовят еду. Панкейки, например. Тю, так готовь, а я пошла. Нет, дорогуша. Ты готовишь, тебе надо исправляться. Или... Ладно, ладно, поняла я. Вот и славно. Спасите! Ты что орешь? Масло брызгает от сковородки. Так переверни панкейк, он же сейчас подгорит. Ага, сейчас, сама давай. Масло горячее брызгает. Отойди. Вот и все! Офигеть! Давай тесто, сама приготовлю. Как бы и сразу. Харли! Может, хватит орать, я домашку делаю. Прости, Ники, просто мы с Харли готовим для тебя панкейки. Точнее, пытались готовить. Да уж, ужина сегодня не будет. А может лучше пиццу закажем? Нет, я лучше в кафе с подругами пойду. Фух, какая же работа няньки сложная. Деньги проще воровать, а не зарабатывать. Хоть отдохну, пока эта Ники ушла. Харли, ты где? Опять она. Сейчас ее напугаю. Харли! Нет никого. Точно никого? Ладно, пойду еще поищу. Ауч, она вообще силы не рассчитывает. Харли? Да блин! А ты что тут прячешься? Испугать тебя хотела. Но, видимо, это была плохая идея. Ну, раз ты нашлась, идем. Куда опять? Я переживаю за Ники. Нужно проверить, как она. Она с подругами в кафе. Что там может случиться? Не знаю. Но у меня плохое предчувствие. Так возьми и позвони ей. На. Фух, главное этот не сломать. Ну вот. Что там? Ты разбила его пальцем?
Ну что я сделаю? Иногда я не рассчитываю свои силы. Это я уже заметила. Ладно, пойдем проверим, как там твоя Ники. Ну так бы и сразу, и телефон бы целый остался. Не умничай. Вот она, посмотрела, пошли. Подожди, тебе что, не интересно, почему она здесь? Еще и без подруги. Может, что-то случилось? Харли, давай подойдем. Харли! Ах ты ж зараза! Харли! Глянь, вон она. Что на этот раз не сделаем? Давай кофту порвем. Или волосы обрежем. Не, это все уже было. У меня есть идея получше. Ну что, пугаем? Лузерша! Стефани, Кейт, опять! Стоять! Ты куда собралась? Сбежать хочу! Точнее, хотела! Помогите! Ники! Ты чё тут валяешься? Ники! Может, поможете? Кто это сделал? Стефани и Кейт, мои одноклассницы. Они меня ненавидят. Какой кошмар! Нужно пожаловаться их родителям. А может, не будем усложнять? И просто отдубасим их битой? Нет, лучше не надо, а то сделаете только хуже. Wonder Woman, тут это... О, она в наушниках. Ща я пранкану. Wonder Woman. А? Фу, что это такое? Харли Квинн, ты обалдела? Чё ты злишься? Смешно же. Эй, ты чё? Я же пошутила. Это просто шутка. Wonder Woman, можешь мне помочь? У меня помада под тумбу закатилась. Не могу достать. Конечно, дорогая. А чё сразу она? Я тоже сильная. Ты? Не смеши. Ты чё смеёшься? Может, я сильнее тебя? Все знают, что я самая сильная. Может, хватит? Мне вообще пофиг, кто из вас мне поможет. Главное, что побыстрее. Уже бегу. Лишь бы сбежать от этой бешеной. Я помогу Ники, стой! Ну и няньки. Ну и где там твоя помада? Там, нужно тумбу поднять. Сейчас все будет. Ого, спасибо. Я ж говорила, что я самая сильная. Ну все, валите. А ты куда-то собираешься? На тренировку, да? Нет, с чего ты взяла? Ты же в костюме этой, как ее, чирлидерши. Кстати, тебе очень идет. Впервые соглашусь с Харли. Костюмчик бомба. Спасибо. А че ты в нем постоянно не ходишь? У нас в школе чирлидерши постоянно в костюмах ходили. Неважно, просто не хочу. Что-то тут нечисто. Давай рассказывай, в чем дело. Да че вы пристали? Никакая я не чирлидерша, и в команду меня не берут. Как не берут? Это все Стефани. Она капитан команды. Она меня никогда не возьмет. Она постоянно надо мной ржет и издевается. Это та, которая тебя к скамейке привязала? Слышь, Wonder Woman, может, ты разберешься с этой выскочкой? Ты же суперсильная. Нет, Харли, к детям суперсилу я не буду применять. И ты не смей. Не нужно ничего, я сама разберусь. Ну-ну. Ты видела это? Новая фотка Дрейка с тренировки. Он идеальный. Ага, только кое-чего не хватает. И чего это? Тебя рядом с ним. Точняк. Ну ничего, Дрейк скоро будет моим. Он капитан футбольной команды, а я капитан чирлидерш. Мы обязаны быть вместе. А вот и он идет.
Привет. Привет, Дрейк. А можно? Ты наконец-то решился взять мой номер? Долго же ты ждал. Нет, мне нужен номер Ники. Она обещала помочь мне с учебой. Не знаю я номер этой ботанши. Я знаю. Вот. Спасибо, Кэй. Ты офигела? Зачем ты дала ему номер Ники? А что такого? Он теперь с ней будет общаться. Друг Ники уведет у меня Дрейка. Ники? Ты ее вообще видела? Тоже верно. Но все равно, в следующий раз я тебе такие выходки не прощу. Поняла? Поняла. Детей бить нельзя, Харли, ты должна исправиться. Тьфу, бесит. Сама разберусь с этой Стефани. И ни у кого не буду спрашивать разрешения. О, а вот, кажись, и она. Я видела, в магазине появились новые костюмчики. Завтра исходим. Самые красивые черлидерши должны быть только в нашей школе. Офигеть! Ты ж та самая Харли Квинн. Можно автограф? Конечно, можно. Стоп, я не за этим пришла. Кто из вас Стефани? Ну, я. Отлично. Значит, слушай сюда, Стефани. Если я узнаю, что ты еще раз подошла ближе, чем на 2 метра к Нике, я с тобой такое сделаю, что мать родная не узнает. Усекла? Усекла. Вот ты молодец. Хорошего дня. Вот это да. Тебе лучше послушаться Харли. Она опасная. Еще чего. Буду я какую-то разукрашенную сумасшедшую слушать. Стефани, я повторяю, Харли опасная. Она словно ветер не бросает. Это Харли просто еще не знакома со мной. Я ей устрою сладкую жизнь. Ой, что будет? И где ты была? Вандервумен, гуляла. Мне уже свежим воздухом подышать нельзя. Ты кого обманываешь? Признавайся, ходила с одноклассницей Ники на разборки? Ну да, и что? Она должна знать свое место. Харли, ты должна исправляться, а таким поведением ты делаешь только хуже. Ой, хватит, всего лишь чуть-чуть припугнула. Еще одна такая выходка, и я тебя вообще из дома не выпущу. Хорошо, хорошо. Я сказала что-то смешное. Просто то, что ты вот так делаешь, очень смешно. Ты о чем? Об этом. Выпендрежница. Да как ты меня достала? Иди сюда. О, нет! Мы так и будем молчать или все-таки займемся учебой? Сори, я до сих пор не могу поверить, что ты пришел. А что такого? Я же позвонил, сказал, что приду за помощью по учебе. И ты согласилась? Ну да, я просто думала, что ты шутишь. Ладно, начнем с биологии. Итак, что такое хлорофилл? Это... Что это? Кажется, у тебя там какие-то разборки. Какие разборки? А, ты про эти крики. Да это мои няньки, не обращай внимания. Спасите меня! Где-то ненормальное! Это кто тут еще ненормально? А ну иди сюда! Может, хватит? У меня тут вообще-то гости. Ой, прости! Харли, идем! Погодите, а вы Вандервумен и Харли Квинн? Именно! А ты кто такой? Харли, идем! Не-не-не, чё за мутный тип? Эй, чё он трется с Ники? Пошли, я сказала! Офигеть! Ты почему не говорила, что у тебя супергеройские няни? Как так получилось? Обязательно расскажу, но сначала учеба. Не хочу, чтобы тебя исключили из команды из-за плохих оценок. Так, теперь главное аккуратно. Ну отлично, котлета прилипла к потолку. Опа, опять готовишь? Пахнет вкусно. Это не для тебя, а для Ники и ее гостя. Для гостя, значит? Давай я отнесу. Нет, я сама отнесу. Мало ли, что ты сделаешь с бедным мальчиком. А
может, он плохой? А вдруг он Ники обидит? Ты же самая правильная из нас. Почему этот тип тебя не беспокоит? Я попросила полицейского собрать всю информацию о нем. И теперь я знаю больше о его жизни, чем он сам. И Дрейк 100% хорош. Ясно все с тобой. Тогда я пойду спать. Ну нет, со мной ты лениться не будешь. Что это? Список продуктов. Тебе нужно их купить. Вот это все? Ты до конца года решила продуктами затариться? Тут всего лишь на неделю. Все, я пошла, пока бургеры не остыли. Да, и как я буду это тащить? Серьезно? Котлета с потолка? Почему на меня так деньги не падают? А вот и я. А где Дрейк? Он уже ушел. Ему на тренировку пора. А, значит, мне тоже достанется бургер. Держи. Как тебе? Я сама готовила. Сама? Вкуснее, чем в ресторане. Я рада. А вы с Дрейком, пара? Нет, но хотелось бы. Так а в чем проблема? Вперед, ты ж красотка. Так он постоянно то на тренировках, то у них матч. Вот если б я была черлидершей, то я бы с ней проводила больше времени. Вы выиграли! Я так рада! Это благодаря поддержке лучшей черлидерши. Черлидерши, вперед! Ты лучшая, любовь моя! Ники, очнись! А, да-да, я просто задумалась что-то. Как тебе танец? Честно, нужно еще позаниматься. Стефани была права, из меня не выйдет настоящий черлидерши! Ну-ка, хватит грустить, я тебя всему научу. Правда, правда? Ага, будешь танцевать так, что все офигеют. Ура! Спасибо! Почему суперсильная она, а тяжелые пакеты с продуктами? Надо будет тащить мне! Ну привет, Харли! Ах ты мелкая зараза, ты че думала? Стефани, а может не надо? Не мешай, Кейт! А ты чокнутая, думала, что меня так просто можно запугать? Не на ту напала. Это ты не на ту напала. Ты даже не представляешь, что я с тобой сделаю. Может, все-таки отпустим ее? Ой, да что она может сделать? Она же связанная. Наивная. У тебя даже суперсил нету, в отличие от других. Мне не нужны суперсилы, чтобы выбраться из веревки. Даю тебе последний шанс. Или ты развязываешь, или беги. Так я и поверила. Ну ты сама выбрала свою судьбу. Так. И раз, и два, и раз, два, три. И вправо, и влево, и прыжок. Молодец, у тебя круто получается. Чуть не забыла, на этот танец, что мы сняли, в ТикТок закинуть. Так. Готово. Что это за сердечки? Это лайки. Ого, сколько! Мы точно соберем 1 000 000 просмотров. Спасибо, Вандервумен. Стоп, а где Харли? Действительно, она полчаса назад должна была прийти. Стефани, и что она там прислала? О нет, Стефани схватила Харли и говорит, что мне хана и никто мне не поможет. У нее что, совсем мозгов нет? Нужно спасать Харли. Я с тобой. Вот, это дом Стефани. Она, наверное, держит Харли на 2-м этаже. Не зря я веревку брала. Отойди-ка. А что это вы тут делаете? Харли? А мы как бы тебя спасаем. Спасаете? Меня? О, это так мило. Для меня еще никто никогда так не делал. Если хотите, я могу пойти обратно, и вы меня спасете. Не стоит. Мы рады, что с тобой все хорошо. Я сейчас.
Быстрее, пока это ненормальное нас не догнало. Стоять! Я с тобой еще не закончила. Ты еще перед Ники за издевательство не извинилась. Ники, прости меня. Это не я. Это все Стефани. Я вообще против тебя ничего не имею. Прости, пожалуйста. Я и не обижалась на тебя. Харли, отпусти ребенка. Ники, а хочешь быть в команде черлидерш? Теперь Стефани тебе точно не помешает. Конечно, хочу. Ура! Я так рада. Ты тоже готовишь? А что за повод? Это для Ники. У Ники день рождения? А почему ты мне не сказала? Капец! А я даже подарок не купила! А что ей подарить? Может, новая помада для черлидинга? Харли, успокойся! У Ники сегодня первое показательное шоу с черлидершами. Вот я и приготовила ей то, чтобы порадовать. Фух, а я уже испугалась. Так, а ну-ка попробуем. Вкусно, только сахара маловато. Так добавь чуть-чуть, а я пока руки помою. Ага. Упс, я случайно. Харли! Так это еще и соль! Капец, из-за меня Ники осталась без подарка. Не ной уже, пошли, а то опоздаем. Черлидеры, ура! Мы будем первыми всегда. Мы лучше всех, мы круче всех. Наша команда ждет вас всех. Молодец, Ники. Так даже у Стефани не получалось. Спасибо, что позвала в команду. Поздравляю с первым выступлением, Ники. Этот костюмчик тебе очень к лицу. Спасибо. Может, прогуляемся как-нибудь и в кафе сходим? Я с удовольствием. Вот она, наша девочка, молодец. Ты меня сейчас задушишь. А у нас, кстати, для тебя есть тортик. Ух ты! Обалденный. Так а я ж вроде его испортила. Ну я ж не такая тупица, как ты. И купила запасной. Ники, а у нас для тебя еще один сюрприз. Мама, ты пришла? Доченька, ну как же я могла пропустить такой важный день? Я же люблю тебя. И я тебя. Ой, как мило. Че вы раскисли? Давайте лучше поаплодируем еще раз нашей лучшей черлидерше. Ура!